Больница на юге Аргентины готовится к возможному приему членов экипажа пропавшей подлодки «Сан-Хуан». Для этого отменили несколько запланированных операций и подготовили места в реанимации. При этом ВМС Аргентины заявили, что процесс поиска подлодки приближается к критической стадии. Ситуация осложняется тем, что на борту заканчивается запас кислорода. Субмарина пропала на прошлой неделе. На борту 44 человека. Экипаж сообщил о проблемах с аккумуляторами, после чего перестал выходить на связь. Больница на юге Аргентины готовится к возможному приему членов экипажа пропавшей подлодки «Сан-Хуан». Для этого отменили несколько запланированных операций и подготовили места в реанимации. При этом ВМС Аргентины заявили, что процесс поиска подлодки приближается к критической стадии. Ситуация осложняется тем, что на борту заканчивается запас кислорода. Субмарина пропала на прошлой неделе. На борту 44 человека. Экипаж сообщил о проблемах с аккумуляторами, после чего перестал выходить на связь.